Привет всем, друзья, меня зовут Вячеслав, это канал Belly 4 Games, и сегодня у нас игра под названием Guild. Я поставил русский язык в стиме, но русским языком и не пахнет, и никаких настроек больше нет. Будем менять язык после того, как поиграем в игру. Поехали. Не могу поверить, что прошел уже месяц. Так, подожди, а русский язык мне дашь ты или нет? А чё за бред, я не понимаю. В стиме указан русский язык, а здесь его нет. Какой-то паренек пропал. Возможно, это ее брат. Или сестра, не совсем понятно, мальчик это или девочка. Эмили just vanished one day. No one knows why. Эмили просто исчезла в один день. Никто не знает почему. Будем играть на английском, а что я могу сделать-то? Most people lost hope after a few weeks. Большинство людей потеряли надежду после нескольких недель. Они просто перестали искать. But I'm not giving up. I need to find her. Но я не сдаюсь. Мне нужно найти ее. Я должна это сделать. Hey, Sally. You still looking for your cousin? Эй, Салли, ты все еще ищешь свою кузину? Эй, что ты сделала с ней? Ух ты ж, блять, как не отрегулировано, очень громко в заставке. О нет, мой байк сломался. Как мне попасть теперь домой? Так, ну мы ищем свою кузину. Нас троллили местные школьники. И когда мы ехали по трассе, мы упали в лес. Ингалятор. Так, без проблем. Ну, графончик мне нравится. Ух ты ж. Тут целое 3D, я-то думал, это платформер будет. Графончик мне пока что очень нравится. Салли, мы знаем, что ты здесь. Ты не спрячешься от нас. Вагонетка. Наверное, это поможет мне добраться домой. Станция не так далеко, по крайней мере, я на это надеюсь. Блин, я вот честно теряюсь в догадках, почему русский не подрубился все-таки. Куда она подевалась? Не могла же она просто исчезнуть. Так, ну мы играем за девчонку. И ищем, соответственно, тоже девчонку, нашу кузину. Я уверена, что никто не пользуется этой дорогой. Здесь где-то должен быть обход. Сие действо происходит в Америке. По крайней мере, если флаг висит, значит так оно и есть. Мне это пригодится. Так.
Так, а что это за здание? Это сторожка какого-то охранника леса, типа? Так, дверь открывается. А зачем тогда тележку нужно было двигать? Непонятно. Вагонетка связана транспортной линией с какой-то фабрикой. Так а нам домой надо? Зачем нам фабрика? Большинство рабочих используют вагонетку, чтобы добраться до работы. Интересно, как они построили это среди гор? Не знаю. Люди очень изобретательные, когда надо. Газета не говорит ничего про исчезновение Эмили. Почему они перестали писать об этом? Ты потерялась? Можете мне помочь, пожалуйста? Мне нужна вагонетка, чтобы добраться домой. Уже поздно. Тебе повезло, что я еще здесь. Я пошлю тебя вниз, просто возьми билет. Почему ты не можешь просто пустить меня? Это важно, девочка. Ты не можешь ездить без билета. Ладно, ладно. Вот блин, ну я-то заебусь переводить, откровенно вам заявляю. Так, а билет чё, у нас деньги есть или нам нужны деньги, мужик? Девочка потерялась, в конце концов, дай билетик. Может быть денег у нее нет. Чё он такая мразь вообще, мразь, а не мужик какой-то. Так, это билет, но он не выглядит хорошо. Он потёрт и проржавел. И весь в грязи. Это странно. Почему билет лежит здесь? Короче, билет застрял в этом билетомате, и она просто его взяла, но он был весь грязный и потертый. И она говорит, интересно, почему это он здесь? Но неважно, самое главное, что это бесплатно. Вот так она и сказала. Бляха, реально, язык есть? Лангуаги, ёбаный в рот. Так, синхронизацию надо подрубить. Без проблем. Ладно, поехали. Так, мужик, а ты где? Он что, просто взял и ушел? Может быть, он скоро вернется, мне нужно подождать. Мне стоит подождать в вагонетке. Блин, как хорошо, что текст остается после того, как она его скажет. Я могу его спокойненько прочитать. Мы поехали, мы же билет ему не предъявили, а он сказал, без билета нам ехать нельзя. Ну, он ушел, в принципе, хуй забил, да и нам должно быть насрать. Главное, чтобы вагонетка доехала. Мне только что показалось, или мы въехали в какой-то портал? Going to crash. I'm not
getting on one of those anytime soon. Мне показалось, что вагонетка упадет, сказала она. Слава богу, что этого не произошло. Так, игрушка обалденная. Я, скорее всего, буду ее брать на полное прохождение. И в этой серии мы будем играть уже на английском. А вот дальше я разберусь. Я разберусь, в чем дело и почему нет русского языка. В следующей серии обязательно в этом разберусь. Интересно, кто оставил здесь фонарик? Пыталась понять, кто оставил здесь фонарик. Никого. Кто выключил здесь свет? Так, а мы где живем? Чего? Она еще драться умеет? Прикольно. Бляха, мне нравится. Я обожаю, когда мне нравится в то, что я играю. Так, тебя отодвигать, да? А я думал, перелезть можно. Но зачем перелазить, когда можно отодвинуть? Логика, ёбаный в рот. Так, а чё-то какой-то город заброшенный. Город совершенно заброшенный. Что здесь происходит? И почему постоянно у меня мышка вылезает перед экраном? Давайте её подальше уберу, чтобы она не вылезала. Но она почему-то все равно вылезает, я хз. Хрен его знает, что с ней не так. Во, музычка какая атмосферная. Мне это определенно нравится. Какой-то зимний фестиваль. 29-я годовщина. Фестиваль был неделю назад. Мне казалось, что все знаки убрали. Никакой полиции, ни пожарных, нет скорых. Просто ушли или что? Что? Здесь было землетрясение? Но это вряд ли. Так, а нам куда? Ух ты, карта как прорисовывается. Нам сюда, хорошо. Бляха, вот чё как прикольно, а. Графоний чем-то напоминает мне «Привет, сосед» или как-то игра это называлась. Так, вот сюда аккуратно, надо не вступить. Потому что шандарахнет, будь здоров. Бляха, опасное место. Для маленькой девочки так вдвойне. А то и втройне. Так, еще одна девочка. Это Эмили? Все это время она пряталась в школе? Я не понимаю. Почему Эмили прячется в школе? Почти месяц. Бля, ну ты вообще радуйся, что ты ее нашла. Ты же ее и искала все это время. Закрыто, конечно. Теперь что? Может быть, здесь есть ключ поблизости? В каком-то там офисе. В каком-то офисе. Что такое janitor офис? Ну, это, наверное, смотритель школы. Давайте попробуем у него найти. В офисе. Так, еще куча пропавших детей. Ну или людей, отсюда не рассмотреть. Так, кто пропал? Дети или люди какие-то?
Кто повесил это? Это не мои флаеры. Кто-то пытается надо мной пошутить? Это грубо. Так, тут закрыто. Доска. Так, ключик, да? Это еще кто, блядь? Что это за существо? Без понятия. Но лучше ему не попадаться. Когда крадешься, выключи фонарь, чтобы оставаться в укрытии. Судя по всему. Белая аура над монстрами показывает, заметили они Салли или нет. Желтая аура значит время прятаться. Монстр будет нас искать. Красная аура значит Салли была обнаружена. Прекрасно. Тут куча этих монстров, мне нужно держаться от них подальше. Так, без проблем. Давайте пойдем в обход. По наибольшей траектории. Чтобы он нас никаким образом не заметил. У него же только два глаза. Так, а если мы пробежим? Хорошо. Вот мы в школе. Новые задачи. Найдите Эмили в школе. Что здесь происходит? Очередная странная книга. Так, а как ее открыть? Бляха, тут очень много текста. Давайте я это почитаю в следующей серии, когда у нас все будет на русском. Скорее всего, это описание монстров или полезные подсказки. Чё это такое? Так, ну это глаз. Это дерьмо блокирует мне дверь. Я не прикоснусь к этому. Так, ну он наблюдает за мной. Он за мной наблюдает, фонарик ему не страшен, но он вроде и не пытается меня укусить. Поэтому пофиг. Так, давай-ка ты фонарь выключишь. Эмили? Бля, ты что делаешь? Случайно нажал. Вот. С моей великолепной памятью очень сложно запоминать имена, назначение кнопок и цифры. Если кто не знал. Так, прется. Чё ты сюда идешь? Ну, он вроде бы не сюда. Так, тут уже темно. Тут уже темно. Вот ингалятор. Отлично, есть. Ингаляторы — это наши хилочки. Тут какие-то еще глазья непонятные. Мы тебя видим. Кто-то реально хочет, чтобы я это запомнила. Но кто? Не знаю, не знаю. А как с этими глазами вообще? Как с ними расправляться? Можно их как-то уничтожить?
Тебе на фонарь насрать, да? Ладно. Так, до этой штуки я тоже не могу дотянуться. Вот что-то лежит, видите? Но это никак не взять. Ладно, пойдемте тогда дальше. Нужно пробовать, прячется ли она в шкафчиках. Окей, когда монстр нас видит, мы оставляем за собой какой-то след. Точнее, монстр видит этот силуэт, я так понимаю. Так, он идет или нет? Он стоит. Если я буду в темноте, он меня увидит? Здесь открыто. А ты за собой дверь можешь закрывать? Ничего. Как это ничего? Мы же только сюда пришли. Здесь какой-то туалет. Вот еще какая-то дыра есть. Будем все потихоньку исследовать. Так, нажмите R, чтобы поменять позицию камеры. Это без проблем. Ну это hide and seek. Бляха, ну очень прикольно, если честно. Монстры отвлекаются на фонарик. Это можно использовать как наживку, чтобы отвлечь их внимание. Окей. Но зачем это делать, пока я и так могу пробежать? Пока что я и так неплохо справляюсь. Так, мы сейчас в классе 103. Мне придется, скорее всего, звук выравнивать, потому что он здесь очень неровный. Временами очень громко, а временами очень тихо. Все выглядит иначе. Но что-то никогда не меняется. Так. Нам нужно куда? Тут везде пар. Тут везде пар, и мы не пролезем. Ты можешь лазить по этим трубам? Наверное, нет. Хорошо, стой, нет, не сюда. Берем лестницу тогда. И тащим. И тащим ее. Так, окей. Это как? Подожди. Ага. Окей. А чудики нас не слышат, правильно? Когда мы тележку двигаем, им в принципе пофиг. Они на это никак не реагируют. Ну и ладно. Нам же лучше. Emily vanishes, and the day she shows up again, all these monsters come with her. What does this all mean? Эмили пропала, и в день, когда она снова объявилась, появились и эти монстры. Что это вообще значит? Рассуждает сама с собой наша главная героиня. This will come in handy. Это может пригодиться. Так я думаю, что это не Эмили появилась, а мы исчезли. Потому что мы проехали через какой-то портал. Я бы этого не делал. Фрагмент билета. Выглядит как билет от вагонетки. Фрагмент билета от вагонетки. Но он старый, потертый и уже вышедший из строя. Покрыт пылью. Я уже обосрался, думал, он сюда идет. Так, еще одна книга.
Еще одна странная книга. Хорошо, почитаем это потом. Обязательно почитаем. Еще одна странная книга. Ладно, очень много литературы набрали. Будет вечерком что почитать. Так, а мы сейчас где? Мы сейчас в каком-то инфирмари. Не знаю, что это значит. Так, если дверь открыть, то ты никак не реагируешь, да? Монстры везде. Что они хотят? Кто они? Если б я знал, я б тебе сказал. Так, тут нет прохода, хорошо. Но здесь мы, по крайней мере, можем спрятаться. Этот монстр, он поворачивается или нет? Так, тут открыто. Но пока что у нас есть куча возможностей, куда от них убежать. И пока что они мне сильно не мешают. Так что без проблем. Так, это у нас содовая, да? Бросайте банки. Чтобы бросить банку, нажмите LT и RT. Звук отвлечет ближайших монстров. Ладно. Отвлечет ближайших монстров. Ключ от холла. Ух ты ж, блядь. Подожди, а где у нас холл? Он помечается на карте, да? Так, окей, получается, он где-то в этой стороне. Нет, не в этой стороне, а в какой же тогда? Окей, он за нами. То есть нам надо выйти сюда и повернуть направо. Я бы банку придержал на самом деле. Если он отвернется, то я бы ее придержал. Но, наверное, нет, это обучение. Хорошо, давайте тогда кинем сюда ее, чтобы он отвлекся. Так, смотрите, слева у нас туалет, он сквозной, а справа у нас холлвей как раз, туда, куда нам и нужно. Здесь за углом никого. Почему этот город так гордится своей горнодобыческой историей? Короче... Шахты были закрыты годами. Она говорит, может быть, стоит уже об этом забыть и двигаться дальше? Короче, они славятся своими шахтами. Без проблем, не знаю почему. Если есть чем славиться, почему не славиться, собственно говоря, да? Эмили, are you there? Эмили, ты здесь? Так вот, манекенов нам еще не хватало. Ты жалкий. Они, короче, издеваются над ним. И снова проблема буллинга. В каждой школе она присутствует, я так понимаю. Детей булят везде, это печально. Это очень печально. Так, опять глаза. Опять глаза, которые не дают нам пройти. Бэтлвуд был когда-то великим горнодобывающим городом.
Но это было давным-давно. Почему мы до сих пор изучаем это в школе? Блин, пока сформулируешь свою мысль, как бы на английском я понимаю, но нужно же это сформулировать на русском. И вот тогда-то начинаются настоящие проблемы. Так, окей, без проблем. А куда мне идти? У меня метка пропала, и поэтому я немного заблудился. Давайте срежем через туалет. Во всяком случае, там мы еще не были. Так, снова видим примеры буллинга. То, как нельзя себя вести в школе. В учебном заведении. Так, тут решетка. Пролезть не можем. Так, этот парень стоит спиной. Но есть ощущение, что он может сейчас повернуться. Так, но он все еще стоит. Не поворачивается. Я где-то здесь видел торговый автомат. Давайте используем наш трюк. Куда мне идти, вот я не совсем понимаю. Судя по всему, мы можем пойти сюда. А это библиотека. Там, наверное, много книг есть. Кабинет биологии. Успею пройти? Пройду. Хорош. Я не могу найти ее. Так, еще одна книга. Еще одна странная книга. Надо обязательно что-то сделать со звуком. Я уже от этого отвыкла, но все еще болит. Бля, ну конечно это... Ебать, чего? Конечно, это травма на всю жизнь. Решетка, кстати, упала. Давайте сбегаем в кабинет биологии. Я так понимаю, что пока мы все это здание не обследуем, мы ее и не найдем. Так, он снова стоит спиной. Его жизнь ничему не научила. Здесь какой-то шкафчик, но он закрыт. Давайте возьмем еще одну содовую. Она что, бесплатная, что ли? Закрыто. Закрыто, хорошо. Тогда давайте поищем здесь какие-то обходные пути. Большую часть крадусь, потому что я не хочу спешить. Как говорится, поспешишь... Поспешишь, людей насмешишь. Здесь тоже закрыто? Нет, здесь открыто. Блять! Что это было? Закрыто на цепь. It's a leaky sprinkler. Небольшая течь. Протекает труба. Хорошо, но мы ее заделать никак не сможем. Непонятно, что это нам дает. Но нам нужно как-то избежать этого электричества и как-то избежать этого огня. Тут есть какой-то вентиль. Хорошо. Закрутить обратно можно? Закрутить обратно нельзя, но это уже и не нужно. Хорошо. Огонь погас.
Скелет. Ой, блядь, я и не заметил. Выключи. Отлично. Так, скелет стоит. Скелет почти как живой. Надо превьюшку себе какую-то найти. Надо бы превьюшку себе найти. Так. Скелет пойдет на превьюшку? Не видно его. А девочка пойдет на превьюшку? Ну, в принципе, может быть, не знаю. Может быть. Так, ладно. У нас тут есть лесенка. Передвижная. Так, без проблем. И куда эта дорога ведет? Класс 104. Судя по всему. Блин, ну игруха интересная. Может быть, мне нужно всего лишь спрятаться здесь и подождать помощи? Размышляет наша главная героиня. А вот и наше убежище. Кстати говоря, ну точнее не наше убежище, а скорее всего убежище нашей кузины. Это мой старый фонарик. Я дала его Эмили много лет назад. Это сработало. Ух ты, у нас какой-то особенный усиленный фонарик, что ли? Так, ну она тут неплохо обжилась, кстати говоря. Сок попивает, телевизор смотрит. Много книжек читает. Молодец. Так, а глаза все еще наблюдают. Ладно, ребятушки, давайте на этом тогда заканчивать. Всем спасибо большое за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Игрушка очень прикольная, будем ее продолжать. Я с русским языком обязательно разберусь, выставлю его и будем продолжать. А пока что всем до встречи, ребятушки. Всем пока.